Всем привет, ставим лайки. 9 сентября, пятница у нас вечер. Сегодня не было дождя, была замечательная погода. И мы снова на площадке смотрим, что происходит. Мы с вами знаем, что помимо отдыха, хорошего настроения, у нас на площадке еще многие отрабатывают техники, приемы. И вот сейчас мы с вами посмотрим сегодня как раз за этим. У нас Андрей появился на площадке, замечательно играет. И вот он включился в подготовку наших ребят. Вот он с Сергеем играет. Вот. Отрабатывает удар справа. Нормально, нормально, Сереж. Все хорошо. Хорошо, супер. Для нас особо ценны люди, которые не просто приходят сюда встать в уголочки и там пихать друг с другом красиво, элегантно, а те, кто свой опыт передает обычным людям, у которых нет денег, нет времени, нет возможностей играть где-то в залах, на хороших столах, с дорогими тренерами, с роботами. А здесь они приходят и делятся, за что мы их любим и ценим. Большой респект Андрею за это. И это же мы увидим с вами на третьем столе. Здесь у нас Игорь делится навыками, помогает молодым Оксане играть хорошо, правильно, точно накидывая в одно место, чтобы Оксана чувствовала, что она лучше играет. Ну, как замечательно, смотри, справа играет. Оксана молодец. Ну, конечно, это пора. Виктор Нину постоянно тренирует в отсутствие Петра Васильевича. Нина у нас образец техники, вот запоминаемый. Нет, просто так стою. Вот, Виктор просит лайки ставить. Ставьте лайки, конечно. Не ему, а Нине. Ну, конечно же, ему, потому что без него Нина не смогла бы достичь таких высот. Знаете, как она замечательно справа играет. Смотрите. Пауза, разгон. Четко. Раз. Замечательно. Красота, красота, да и только. Благодарим их. И смотрим следующий стол, где у нас тоже идет процесс тренировки. Здесь Сергей Николаевич Калинин и Гриш. Ну, они, конечно, друг другу. Сейчас они обсуждают. Видите, что они будут сейчас отрабатывать. Сейчас посмотрим. Добром настроении. Сан Саныч, я не помешаю. И вот у нас сегодня, видите, популярна отработка удара справа. На всех столах идет удар справа. Отлично. Благодарим Сергея Николаевича, благодарим Гришу. И смотрим последний стол. А здесь, конечно, Сан Саныч, подрастающее поколение, обучает общаться с шариком или мячиком. Видите, аккуратненько показывает. Он большое внимание уделяет обработке мяча. У него нету силы атаки. Он делает все на высоком уровне обработки. Как он называет, виражик. Мамочка. Наденька. Это все виды его подкруток.
Так что приходите, делитесь опытом. Терпите, терпите. И вот новый материал. Ждем лайки.